Потому что вот эти вот V-образные, X-образные входы, 4 угла и прочее, оно хорошо, но если действительно мы действуем против вооруженного противника, он сидит там, эти входы очень опасны. И практически большинство техник, если посмотреть, то даже в Америке, потому что они там не делятся, американские, не американские, просто есть куча техник, которые используются. То есть до того, как войти в помещение, я его из угла, смотрите, ногами нарезаю за угол. Досмотрю как минимум где-то до такого уровня, чтобы не вылезать. Все, я фактически всю эту комнату досмотрел. По сути, даже если я хочу досмотреть, я могу даже не входить в комнату. И вот в этом случае, если я хотя бы просмотрел этот угол, я просмотрел, у меня все здесь чисто, до середины комнаты открыл, я готов, я говорю команде, готовы, готовы. Вы готовились? Окей. Я, например, могу идти прямо, я могу идти дальше. То же самое здесь. Если мы берем углы, я дохожу с моим партнером ровно до тех пор, чтобы не высовывать свою задницу за угол. Более того, я оставляю участок для того, что если мой партнер начнет, напарник начнет стрелять, у меня было пространство. Я дошел, я посмотрел. Чисто, чисто. Найс. Чисто. Он говорит, я слышу, чисто. Мы остаемся здесь. Группа пересекает. Понял. И они нас забирают, мы уходим. Да, здесь невозможно. Как бы, вот это просто, это как бы индивидуальный навык на уровне, есть нарезка пирога, есть вот эта вещь. Они должны быть изначально. А что ты скажешь вот насчет вот нарезки пирога, когда двое выходят друг над другом, один на колено, а второй вот сверху, Это все и канадцев видели, и это описано везде, и в уставе в этом. Ты имеешь в виду, когда одновременно двое? Да, когда вдвоем выходит, первый выходит, он вот здесь вот смотрит на колено, а второй над ним. Вот они вдвоем как бы высовываются, мгновенно, сразу. Знаешь, в принципе, да, я говорю, я очень не люблю... Зачем мне выходить сюда? Насколько должно быть пустое пространство? Я вначале смотрю отсюда. Минимум профиля. Как кажется, это ты делаешь, все правильно. Я досмотрю отсюда, и потом я могу выйти сюда. Но вот здесь, я после того, как досмотрел в угла, я не вижу смысла вот эту пирамиду изображать. Возможно, для того, что ты делаешь, она получается лишняя. Она просто, я просто не вижу, когда я ее могу сделать. Это можно, конечно, на динамике делать, если у меня угол, отряд идет, вы сразу, то есть, грубо говоря, выстроились, остановились, чисто пошли дальше. То есть такой момент может быть. Но опять же, знаешь, здесь стоит смотреть грани. Если мы возьмем... Такие вещи я очень часто вижу у юного полицейских. Или у каких-то там пехотных войск или прочего. У полицейских вообще все очень запутано. Если посмотреть те же самые сватовцы. Да, у них по-разному бывает. У них совершенно другая техника в плане того, что они... грубо говоря, посмотрите, есть офигенный сериал. Про... По-моему, сват Майами. Я не помню, я могу потом тебе сбросить. По-моему, про сват Майами или прочее. Там просто про полицейское это подразделение, как сват, как он служит и прочее. Один чувак в доме, возможно, его штурмует человек 10. Причем изначально его весь обстреливают гадов. Потом куча народу туда вваливается, опять же, забросав все гранатами. То есть там, в принципе, если чувак забаррикадировался где-нибудь на чердаке, они будут периодически, там, каждые 10 минут кидать туда какую-нибудь гранату с каким-нибудь газом. Чувак, выходи! Нет! А теперь выйдешь? Нет! И так будет продолжаться. Друзья, они там одна серия есть, они дома в течение всей ночи закидывали газом, потом пошли туда, там ко мне. Просто они не рискуют, им это нафиг не надо. Вот по поводу этой вещи. Серега, давай, парни, ты еще долго будете работать? Ну сейчас 3 часа, по идее, нам надо закругляться. Давай еще часок поработаем, смотри. Ну, сейчас. Смотри, давай так. Ребят, час еще, да? Парни. Слушай, у тебя схема с собой нету. Вот надо будет, кстати, это сделать. Короче, грубо говоря, сейчас мы полчаса здесь динамично работаем. Последние полчаса на всех вместе дам достаточно интересное задание. Пока мы не готовы вместе. Нет. Не на всех вместе, я имею в виду, вы поработаете, мы, то есть будем выполнять одно задание, но не вместе, то есть я вам дам задание, вы будете делать. Оно достаточно легкое.